Что смотреть в ноябре? Кино про шпионов, спортсменов и, конечно, про любовь. Комедия «Красное уведомление» на экранах с 12 ноября. Когда-то древнеримский генерал Марк Антоний подарил Клеопатре 3 яйца, украшенные золотом и драгоценными камнями. Теперь египетский миллиардер объявил большую награду каждому, кто доставит ему яйца Клеопатры. Агент ФБР Джон Хартли пользуется этим, чтобы поймать известного вора Нолана Бутта. Но вскоре Бутту и Хартли придется объединиться против еще одного мошенника по прозвищу Ладья. Спортивная драма «Король Ричард» вышла в российский прокат 18 ноября. Ричард Уильямс – отец известных теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл и мало понимал в подготовке профессиональных теннисистов. Но планировал тренировать всех дочерей. Правда, настоящий талант показали только Серена и Винус. Упорство девочек и их отца стало залогом успеха. Мелодрама «Грейс и Джо. История любви». В кино с 25 ноября. Джо – сирота из бедной семьи иммигрантов. После смерти его родителей над ним берет опеку местный доктор. Однажды Джо встречает Грейс и сразу влюбляется в нее. Она – дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грейс встречалась с бедняком. Но Джо не собирается отступать. Он докажет отцу Грейс, что достоин его дочери.